Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Кто-кто? Ха! С вами ЗТО, и добро пожаловать в моє видео. Гениально! Ну и в этом видеоролике есть кодовое слово, и кто найдет его впервые всех, получит от меня приз. И ты получишь бесплатную аватарочку с шапкой на любой вкус. И обязательно напиши это кодовое слово под этим видео. И напиши свой инстаграм. А если ты маешь мой инстаграм, то напиши мне в личку это кодовое слово. И обязательно досмотри это видео до конца, бо кодовое слово может быть и спереди, и сзади, и где захочешь. Итак, в попереднем видео выиграл цей комент. Напиши мне в инстаграм, и я тебе сделаю ту шапку с аватаркой. Так, поставь лайк и подпишись. Ну, пожалуйста, умоляю. Так, быстро подписался. Идем к 2000 подписчикам. Ну, пожалуйста, подпишись. Ну, а если ты хочешь попасть в топ-коммент, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать коммент. Медведниты у меня. Если не хочешь, чтобы с ним что-то случилось, поставь 20 лайков на это видос. Если не хочешь, чтобы с ним что-то случилось. А ты бери чай и что-то вкусненькое и приступай к просмотру. И в этом видео не будет про Brawl Stars, сегодня видео вопрос-ответ. И первый вопрос, любимая Халка, это плов. Вопрос, когда днюха? 17 октября. Третий. Какой телефон? Redmi Note 6 Pro. Сколько раз менял назву канала? Менял я 3 раза назву канала. Первый, это было Zeto Games TV. Другое было Mr. Zeto, а третий, это просто Zeto. Пятый. Любимый фильм? Чаппи и Человек-паук и так дальше. Ты гей? Нет. Любимая песня. У меня очень много любимых песен. Если тебе интересно, которую я музыку слушаю, то переходь по ссылке в описании в мой телеграм-группу. Какая любимая десятка вот Blitz? Бабахом. Есть домашние животные? Да, есть собаки и кот. Любимый урок в школе трудовым? Как учишься в школе и в каком классе? Я учусь непогано в 9 классе. Любимые игры в Brawl Stars и GTA Sub на Android. Ты будешь снимать только Brawl Stars? Что-то новое. Я думаю, что я буду снимать еще что-то. 12. Или знают ли твои одноклассники, что у тебя есть свой канал на YouTube и как они относятся к тебе? Да, они знают, что у меня есть свой канал. И относятся они ко мне нормально. Сколько зарабатываешь? Я сейчас ничего не зарабатываю. Сколько зарабатывал за все время, которое стримил? Я зарабатываю где-то до 500 гривен. Це в рублях штука 1000 рублей. Ну ось такі запитання були. Хто досмотрів до кінця, дуже дякую, мені дуже приємно. Ну а всім спасибо за просмотр, всім удачі, всім пока.